спа для коров. Перед каждой дойкой новый доильный аппарат сначала делает массаж и только затем начинает качать молоко. Такое современное оборудование и немецкий молокопровод семья Ефремовых приобрела за счет господдержки. Без нее развивать хозяйство пришлось бы годами. У нас было небольшое хозяйство, у нас коровника этого не было. Были простые стайки и денник. И голов у нас, коров 8 дойных было. А потом нам срочно понадобился коровник, потому что они телятся, поголовье увеличивается. И как раз попали под такую программу. Хозяйство Ефремовых – семейный бизнес. Отец и сын, оба Николая, занимаются животными. Их супруги – переработкой молока. Никто из них аграрному ремеслу специально не учился. Николай старший – электромеханик. Его супруга – парикмахер. А Николай младший и вовсе хотел стать врачом. У нас как-то здесь дачка была. Я еще когда на разрезе работал, начал стайки строить. Думаю, на пенсию пойду, приедем в деревню все равно. И будем заниматься сельским хозяйством. Так, для себя. А детство получилось так, что сыну некуда идти работать. Институт бросил. И решили мы заняться этим сельским хозяйством. Да научиться-то сложного ничего нету. Лишь бы было желание, и все. Семья дважды принимала участие в грантовых программах. Сначала дали 200 тысяч, в прошлом году уже 250 тысяч рублей. Глядя на успех Ефремовых, попробовать свои силы в сельском хозяйстве решили их соседи. Всего в Шарыповском районе насчитывают 24 индивидуальных предпринимателя и крестьянско-фермерских хозяйства. Таких хозяйств за последние годы, как только была принята грантовая программа Министерства сельского хозяйства поддержки таких крестьянско-фермерских хозяйств, уже 4 крестьянско-фермерских хозяйства получили у нас гранты, а в прошлом году, в 2015, получили 2 КФК, 18 с лишним миллионов рублей. Оно сейчас до завтрашнего утра будет стоять. Утром мы его наливаем в банках вот отсюда. Утреннее мы молоко сразу вот ставим большие 2 бака, вот эти 25-литровые доильные у нас, вот большие баки. Утреннее наливаем отдельно, а я уже сижу наливаю в банки. Семья Ефремовых в числе самых передовых сельхозтоваропроизводителей Шарыповского района. Ежедневно в город только молока они увозят свыше 103-литровых банок. На деньги гранта куплено специальное охлаждающее оборудование. Из варочного котла сделана ванна для творога. Своей продукцией Ефремовы начинали торговать на рынке. Теперь есть постоянные клиенты. Николай-младший с женой вошел в программу по поддержке молодых семей и теперь строит дом. Ефремовы уверены, в нашем крае есть все для того, чтобы работать и развиваться на селе. Александра Арепьева, Дмитрий Шевцов. Новости.